В Омске состоялся первый профессиональный турнир по смешанным единоборствам. Его организаторами выступили школа «Шторм» Александра Шлеменко и телеканал «М1 Глобал» при поддержке регионального правительства. Кроме того, что этот профессиональный турнир может стать действительно визитной карточкой нашего региона, главное, мы сохраняем профессиональных спортсменов у себя в команде, да, в той же школе «Шторм» Александра Шлеменко. Потому что, доведя до определенного уровня, когда они уходят в профессиональную лигу, они вынуждены были уезжать в другие территории, в другие города. Мы таким образом теряли как бы лучших парней и действительно размывали наши достижения. Поэтому сегодня вот этот турнир возвращает ММА в город Омск. В 2004 году у нас проводились турниры в городе Омске. Я точно так же пришел в эти турниры иначе. Если бы их не было, может быть, и меня не было в ММА. А сейчас, раньше мне было сложнее, сейчас мне проще, честно хочу сказать. Спасибо, Александр Леонидович, поддержит. Когда первое лицо региона поддерживает, знаешь, тогда и проще. Тогда ты сразу же получается, у тебя все лучше получается. Так что спасибо нашим партнерам. Мы, и мне приятно, что я стал тем звеном, кто вернул этот спорт в Омск. И теперь у многих, так же, как у меня в том 2004 году, появился шанс выйти здесь и попробовать. Получится, станешь профессионалом.
сказать одно, что выжидал, боялся где-то совершить ошибку, скорее всего. Да не скорее всего, это так и есть. Функционально, думаю, я еще бы два раунда спокойно мог провести. Я не забился, не устал, дышал спокойно. Сдерживал именно вот боязнь совершить ошибку, слишком ставки высоки были, поэтому, я думаю, не получилось. Могу, знаю, что могу лучше, ну, сам себя сдерживал. Ощущение от турнира в целом потрясающе. Огромная благодарность организаторам, огромная благодарность Александру Павловичу Шлеменко за его работу, за то, что он организовал Шторм Шлеменко Fight Team. Очень крепкий, довольно-таки сильно бьет, но я также устал, как он, но наша школа называется духовной техникой, поэтому мы перетерпели и выиграли. Легче, потому что в Омске ты берешь у себя дома, тебя поддерживают твои родные и близкие, а также все спасибо моей семье, моей маме, которая помогала и поддерживала, потому что я всех люблю, всем спасибо.
следующему бою подготовлюсь намного лучше и покажу себя более ярче. Есть такой парень, Евгений Игнатьев. Мне показывали, что ему интересен со мной бой. И, Жека, я не против.